Украинского журналиста Романа Сущенко могут приговорить к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин. По словам защитника, в Московском городском суде сегодня проходили прения сторон по делу украинца. Обвинение просит для Сущенко 14 лет лишения свободы. Но окончательное решение судьи вынесут 4 июня. На судебный процесс отреагировали и в украинском МИДе. Спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Твиттере назвала дело политически мотивированным. Украинские дипломаты требуют срочно освободить незаконно заключенного украинца. Напомню, Сущенко задержали 30 сентября 2016 в Москве. Сотрудники ФСБ России обвиняют его в шпионаже. Якобы журналист является сотрудником Главного управления Минобороны Украины.